Приветствую вас, уважаемые зрители. Пока готовится наша курочка в афганском казане, пока маринуются наши шампиньоны быстрого приготовления, мы пожарим картошечку в духовке. Смотрите, мы начищаем примерно картофель среднего размера, нарезаем вот такие вот брусочки, выкладываем обязательно на вафельное полотенце и примерно минут 5-6 просушиваем наш картофель. Это, друзья, рецепт очень вкусного приготовления жареной картошки в духовке. Если вы никогда не пробовали жарить картофель в духовке, то попробуйте по этому рецепту. Я надеюсь, вам очень понравится. Теперь берем поддон, выкладываем на него пергаментную бумагу и высыпаем просушенный картофель. Теперь сушим вторую партию нашего картофеля. Как видите, полотенечко я положил сверху на высыпанный, для того, чтобы оно у нас не потемнело. И теперь накрываем и просушиваем вторую партию нашего картофеля. Наша очередная партия картофеля готова, точнее просушилась. Теперь берем растительное масло и аккуратненько перемешиваем наш картофель. Еще немножко. И стараемся равномерно распределить растительное масло по картофелю, а картофель равномерно распределить по нашему поддону или противню. Вот так. И теперь убираем в разогретую заранее духовку до 180 градусов примерно на 40 минут. Прошло 45-50 минут. Попросили меня, чтобы она была такая более поджаристая. И посмотрите, какая получилась картошечка. Подсушенная такая. Но при этом она внутри осталась мягкой. Сейчас перевернем, посмотрим. Если бы не включал конвектор, то она бы даже здесь бы по краям не так бы подгорела. Но в целом, вот посмотрите. Во-первых, получилось очень здорово. Сейчас картофель фри. Теперь немножко подсолим. Солите опять же по своему вкусу. Ну, я считаю, соли будет вполне достаточно. Сейчас оформлю свое блюдо и попробуем. Правда, уже не терпится попробовать картошечку, но очень вкусно получается. Горячее. Ну, получилось как картофель фри. Только не надо никакого фритюра. Все очень и так получается замечательно. Если бы держал 40 минут, то она практически вся была вот такая, как вот эта картофель. Вот эта картошечка. Но я решил немножко передержать. Я считаю, друзья, ужин получился отличный. Блюда получились очень вкусные. Грибочки, картошечка, курочка. Все очень хорошо гармонирует друг с другом. Поэтому, если вам интересно, на каждый рецепт, на каждое видео ссылочка будет в описании под видео. Хотите посмотреть, как я делал грибочки? Заходите, смотрите шампиньоны маринованные. Хотите посмотреть, как я пожарил картошку в духовке? Заходите, смотрите картофель жареный в духовке. Курочка приготовлена в афганском казане и получилась очень-очень вкусной. Я считаю, друзья, стоит попробовать данный рецепт приготовить. И я думаю, даю 99%, что вам это блюдо понравится. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Не забудьте подписаться и поставить лайк.